Алексея Козлова. И сегодня два концерта в одном, как мы вам и обещали. Первый сет джазовый. Не просто так вы слышите блюзовый квадрат. А для начала мы хотим с вами поздороваться, дорогие друзья. Кто знает, здорово. Кто не знает, добро пожаловать. Давайте познакомимся. Сегодня состав ансамбля «Джаз». Встречайте, Дмитрий Лугнин. Игорь Иванович, John Coltrane!
гениальное лицо. Ну, короче, сейчас я буду... Вспоминайте, дело было уже ближе к фьюжену. Майлз Дэвис!
уважается. Ha!
были, друзья. Спасибо. Ну вот, да, такая вот у нас композиция, такая современная. А теперь, ну, позвольте вернуться снова в такое свинговое состояние, потому что, ну, обладая контрабасом, что-то не то, да? Ты им обладаешь, в общем, да, и при наличии контрабаса трудно отказаться от свинга. Поэтому еще одна история, чуть-чуть другая, называется «Burn Steam». We'll be right back.
Thank you.
конце нашего первого отделения, или, как мы говорили, нашего первого концерта, потому что потом будет другой концерт совершенно. Сейчас мы хотим для вас поиграть афробит, потому что, ну как? Егор, это ты? Да. Давайте тогда покажите, как надо под это дело, да, двигаться. Thank you.
Сейчас у нас небольшой перерыв, после которого приглашаю вас прослушать еще один концерт. Спасибо. Солнце мы дождем.
одна песенка, она про инопланетную барышню, которой крылышки отняли. Ну вот они так живут как-то. То ли у нее денежек нет на крылышки, то ли какая-то у них там история такая. А песня называется «Вальмагелла», это ее так зовут, Вальмагелла. А сейчас на сцене вместе с нами, ну, любимая моя девочка, ее зовут Вероника Серебренникова. Встречайте, я ее люблю за ее тембр прекрасный, за ее человеческую сущность. Вот. Спасибо, Вера, за то, что ты у нас в гостях сегодня, и мы вместе исполним песню «Вальмагелла». Oh,
следующая любезная песенка, она называется «Тик-так». Ну, вы же понимаете, небо разное бывает. Может быть, философия какая-то в душе или в мыслях это небо. Не знаю, небо это абстрактно понять. Небесная песенка о любви, она называется «Твое сердце». Я с позволения Димы и Лугина перейду за его инструмент и снова приглашаю на сцену Веронику Серебренькову. Thank you.
Thank you.
Это серьезный вопрос, друзья. Большое спасибо тебе за твой большой голос. Солнце в ней смеется.